В реалиях современной жизни одежда для собак стала не только предметом стиля питомца, но и важной необходимой вещью, которая порой облегчит жизнь и питомцу, и хозяину. В этом видео мы рассмотрим 4 костюма для собак фирм «Шиншилка» и «Пэт Фэшн». Начнем мы с костюма «Стиляга». Этот стильный костюм сочетает различные фактуры – трикотажный свитер с галстуком и штаны из тонкой шерсти. В серых скучных буднях обязательно должна быть такая веселая искорка, как одежда в стиле стиляг. Костюм Стив из натуральной хлопковой ткани в комбинации с трикотажем представляет из себя сдельный комплект шортиков и милой маечки. Он идеально подойдет для прогулок в летнее время. Костюм Стефани – это костюм для модной городской собачки, которая всегда должна выглядеть отлично. Сделан он из приятного мягкого трикотажа, а на спинке украшен принтом с птичкой. И, наконец, невероятно мягенькая и дышащая пижамка «Щенки», которая подойдет как в роли домашней одежды, так и для прогулок теплым вечером. Сделана она из 100% хлопка, поэтому вашему питомцу всегда будет комфортно. Wap-a-doodle-doodle-wap. Beep-beep-a-doodle-wap.